Всем привет! Сегодня мы будем открывать трое в упаковке и начевки Марио. Вот такие вот роли, Marvel. Какие попадутся. Ну давай открывай начинки. Начивы. Вот эти тролли открываем давай вначале. Да. Давай. Смотрите, они двигаются, как классно. Так, это первый. Давай, открывай. Что у нас там будет? Какой попался? О, другой, да? Да, ковер с музыкой. Есть такое приложение в пятерочке. Очень круто. Закачиваешь, и там песенки будут у тебя разные. Да. Следующий открывает Самирчик. Кто это у нас? Это у нас... Рози, что ли, похоже, да? Роза. Да, Роза. О, как она делает. Так, а это что будет? Ага. О, это какой-то новенький. Ну-ка, дай посмотрим. Эльфик. Желтенький какой, смотри, песенки он поет. Классненько. Да. У нас остается еще два пакета, надеюсь, что нам повезет. Да. Это самое... Я что там покажи? Это самое редкое. Редкое? Ну-ка посмотрим. Ой, какой страшный. Это 11%. Посмотрите, ага. Еще назад. А, гитара попалась какая. Да. Ага. Слушай, они, у них здесь получается у всех разные, да, сзади? Да, это скрипичный ключ. Музыка да. Просто. Это микрофон поет, значит. Это... Гитара. Гитара. А у этого, значит, что попалось? Тоже гитара. Наверное, интересненько. И последний пакет. Что-то ни одного повтора, да, нету? Как классно. Последний пакет. Вот такой вот. Тоже не повтор. Тоже другой. Прикольно. Обычно у меня всего повторки. Так, и теперь у нас сегодня будут, как называется это? Начивки. Начивки. Собери все знаки суперсилы. Ну, давай, вскрывай. Вот этот мусор мы убираем. Ну, сюда будешь мусор пока складывать, да? Так, мы эти отодвигаем. Эти у нас все разненькие получились. Теперь мы будем смотреть начивки. Что там внутри попалось? Вот девочка. Давай, к нам поверни лицо. Девочка. Вот эти наклейки можно отклеивать, да? Угу, они такие, как ткань, шершавые. Да? Шершавые, да, ткань как. Да, и никогда с можно не стирайте. Да, их можно приклеить на чистое место. Но здесь у них вот есть инструкции, здесь все написано. Можно стирать. Не используйте на коже деликатных или текстурных тканях или поверхностях. Вот. Такая вот начивка. Такая же попалась, нет? Пакет. Давай, открыл. Не открываю. Вскрывай, открывай. Что у нас там? Паук. От Человека-паука. Да. Ох ты, зелененький какой красивенький попался. Так, у нас уже повторок нету. Открывай да. Следующий, пока я тут третий. Все раскладываю. Это, наверное, редкий. Я не знаю. Поверни ко мне его. Стар Лорд. Звезда Лорд какая-то. Лорд звезда. Пока у нас все разные идут. Если вы не верите, что мы как бы их открывали, как бы, что видите, они все новые. Нам просто сегодня тетя Роза подарила все вот эти начивки. Начивки. Да, она ходит в пятерочку и собирает. И накопила. И вот подарила Самирчику. Сегодня Самирчик повторка. Их вскрывает. Какая? Ух ты! Вот повторка попалась. Первая. Да, вот они друг дружку кладем. Две такие одинаковые. Значит, с кем-то ты поделишься из друзей в классе, наверное? Да. Да. Следующий пакет. А вы там меняетесь с друзьями в классе? О, новый. Да. Ух ты! Кто там у тебя? Тоже какой-то Человека-паука, да? Потому что у нас был вон зелененький. А это какой-то красненький. Давай мы его рядышком положим. Ага. Следующий. О, у нас сколько их там еще? Давай. О, дерево. Дерево? Да. Почему дерево? Ну, лицо человека же. Ну, дерево, что ли? Дерево, да. Это из мультиков, что ли? Я понять не могу. Или откуда это все? Начивки не какие-то. Знаю. Что за начивки? Непонятно. А у Самиры есть на рюкзаке уже некоторые приклеены. Я надеюсь, что мне попадется перчатка Таноса. Спайдермен. Вот Человек-паук опять. Слушай, у паука сколько много наклеек, а? Разных, да?
Мы их не отклеиваем каждую, а потому что Самир потом будет отклеивать и что приклеивать. Делать? Приклеивать будет. Давай. Открываем. О, Бэтмен. Бэтмен, значок Бэтмена, да? Давай, следующий открывай. Угу. Все-все открывай, давай. Будем смотреть. Пожалуйста, лишь бы это не повторка. Ну и ладно, посмотрим, что будет. Марвел. О, Марвел, написано Марвел. Зачем? Надо же, Марвел. Классненько. Он новый какой-то снова. Давай посмотрим. Смотри-ка. У нас только один повторился, это вот это, да? Открывай там, что тоже. И что мне повезет? Guardians. Дернс. Это у меня была уже повторка. Повторка? Давай посмотрим. Есть вот такая у тебя? Да. Нету здесь у нас. У тебя она на рюкзаке есть, но тут ее нету. На рюкзаке у Самира вот такое лицо есть. Потом он нам покажет, как он прицепил на свой рюкзак. У меня последний шанс. Что там? Ну, давай открывай. Блин, повторка. Ага, и еще вон ту открывай последнюю. Так, это что? Я уже открыл. Подожди, а где повторка? У нас ее здесь нету. У нас тут ее нету. Ну, у меня на рюкзаке. На рюкзаке. Все. Сколько у нас попалось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук разных. Ну, давай теперь пошли к твоему рюкзаку. Вот Самир принес рюкзак. Сейчас мы посмотрим, что у него тут приклеено. Держи вот так рюкзак ровненько. Держи. Вот тут поближе ко мне сделай. Да. Вот тут девочку. Вот видите? У него тут еще буква А есть. Ну, держи хорошо этот рюкзак. Или положи. Положу. Вот, все. Ты сейчас хочешь еще сюда клеить? Да. Должна быть чистая, ровная поверхность. Сначала подумай, куда ты будешь клеить? Вот сюда. Точно сюда? Да. Может быть, на обложку приклеишь? Дневника, например. Или обложку тетрадки какой-нибудь. Марвел он решил приклеить. А у нас, смотрите, рюкзак написано. Мерлин. Да. Мерлин. Как у нас один есть? Кто Мерлин? Мерлин. Это кто такой Мерлин? Это волшебник из Гарри Поттера. Да. Профессор. Угу. Самир завтра пойдет с такими со всеми. Может, давай куда-нибудь на книжечку приклеим? На обложку. Не, я хочу вот так. Ну, давай. Надо еще. Смотри, чтобы не отклеивались они у тебя. Не буду. Только не отклеивай их. Вот у тебя попались две одинаковые, вот эту кому-нибудь, с кем-нибудь обменяешься на новенькую. Да. Так. Ровно и еще делаем. Одну сейчас приклеить. Давай вот сюда одну последнюю приклей. На, делай, чтобы это все было ровненько. И старайся не отклеить, потому что, видишь, все-таки она у тебя это будет падать. Это. А зачем? Ты же другу хотела с кем-нибудь обменяться. Уже не хочешь? Эх, ты жадина, да что не, ли? Да не, можно еще отклеить. Ну, лишний раз старайся не отклеивать, не приклеивать, Самир. Вот это у нас есть повторка, как у тебя на рюкзаке. Вот их отдашь кому-нибудь тогда. Ладно. Ладно? Вот эту приклей куда-нибудь вот сюда, в центр. Сейчас я вот эту приклею. Давай. Вот этот красивенький. Это как называется? Вот это значок. Бэтмен? Не, не Бэтмен. Супермена. Давай, вот сюда его приклей, прям снизу, что ли. Там хочешь? Вот так. Ну, давай, на, человека прикапли. Вот тебя одноклассники скажут, где ты столько много взял? Как ты вообще много столько нашел? Магазин, наверное, ограбил, скажут. Да? Наверное. А на самом деле? Нет, да? Да. На самом деле, что это у нас? Это а вот, вот из этих штучек можно вот этих вот вырезать. И вот эти вот вырезать и обменивать. Потому что, видите, они везде разненькие тут идут. Вот их можно вырезать. Да, они одинаковые тут. Ну-ка посмотрим. Одинаковые. Ну, можно их вырезать и играть. Вот так он приклеил. Вот, все. Еще новенькая появится, сюда новенькую приклеим. Вот так, все.